Так, у меня какая-то стратегия была. Всем привет. Но я ее не помню. И мы ее не придерживаемся. Эта стратегия была, если бы мы играли... Не заходить в игру. Не, если бы мы играли вчетвером, тогда бы стратегия работала. Вот так стратегия не работает. У нас нет четвертого. Ладно, на удачу понадеемся. Ага. Все готовы. Там пипец ключи, конечно, искать еще эту крысу последнюю. Не зря она крыса. А? Та баба рыжая крыса. Та баба еще так. Самое главное. Ну. Ой, чё? А, ключ нашли? Да. О, предохранитель. Предохранитель. А у кого ключ? Эй! Этот самый. Ключник? Паспорту. Да-да-да. Так, я пойду сразу отнесу. О, а вот да, и баг, давайте. Точно. Давайте. Здрасте. Собирать. И в стену убежали. Нормально. Кондиционера. А у нее вот тут вот нет глаз. Почему, когда она за нами ходит, у нее есть глаза? Да там такие глаза, может, их не видишь. Фига у нее педикюрчик. Да, маникюрчик. Ну да. Может, еще разглядывать. Еще она лежит, как будто музыку слушает. Ладно. Может, так и есть. До свидания, женщина. Надо ей нормальную музыку включить, чтобы она раздобрела и не гонялась за нами. А, эх, мать. Вот вам крыса. А чё вы тарелки-то сюда носите? Надо же их вниз носить. И тарелки. Я вообще никуда тарелки не ношу. Не знаю, кто-то принес тарелки. Ну, и лично я чисто предохранителя ищу. А кто тогда тарелки принес? Я тарелку не кидал, может, она там лежала? Нет, там не было. Я когда приходила, там две аптечки было. Ой, одна аптечка была. Ну, значит, кто-то врет. Кто, мафия? Я бабу внизу разглядывала. Я не таскал тарелки. Я вообще миски не брал до последнего момента. Я тоже. Интересно. Так. Кто-то из вас мафия. То ли Влада, то ли Лёша. 100%. Ну, либо баба. Поля, либо Влада, да. Я согласен. Я думал, что тут либо Лёша, либо Влада всё-таки. Нет, я не мафия. У меня есть на это разумные доводы. У меня есть доказательства в виде видео, так что... А у вас? А у нас... А вот всё. Так, ну что-то я предохранителя больше не вижу. Всё, больше нету, наверное. Чё, поджигаю? А там их много было? Так, а у нас их здесь? 6, 8. Да, ну, найдём ещё. 8 предохранителей уже? И один торчит, а ты с тем, который торчит, посчитал? Ой, блин. Да. А, вы её уже ебашите? Да, походу. Я сначала иду, такой, что свет выключили. Куда делся? Ха-ха-ха-ха, да. Страшно. Уже не так, как в первый раз. Да, в первый раз было вообще жутко сюда заходить. О, тарелка. Свистели. О, еще тарелка. Они типа появились тут или что? Респавен. Еще тарелка. Чё, ключи взяли? Кто ключи? Ключник. Я пока не нашла. Я беру. Я взял смотрителя комнату. Так он, понятно, первый пошел. Куда пошел? Да, этот пес. Под лестницей. А я нашел ключ от кладовой. Кладовая это где? Это... Ты что, вы сюда тарелки? Это вот эта дальняя, да, комната, я так понимаю? У кого-то крыса. У кого-то крыса? Я нашел крысу. А вот и бочка. Блять, тарелка. Крысами. Ебать. Слышь, укатись отсюда. А мы же на легкой, да? Да. Интересно, что тогда на... Где ты самый? Как она там называется-то? Уже не ужасаешь? Крыса. Пошел. Тут крыса жрет.
Ловите, и у меня крыса в руках. Блять, о! Леш, ты я взяла ложить, крысу. Да? Угу. Взяла, все, заебись. Да. Ну все, теперь кто-то один ложит крысу и идет, берет еще одну крысу. А где еще есть? Пошли искать. А, может им. Пес. Может им положить тарелки, и они сами придут вниз. Где есть каталки? Каталки набрались. Шестиколесные. А Лех положил уже крысу, да? Ну, видимо, разбегает без нее. Блять, да где он? Вверху что ли? А, вот ты где, пес. Это он так делает? Да, да. Понятно. Кто придумал эту озвучку стрёмную? А вот она. Да, она сейчас не это самое. Это понятно. Крадется. Блять! Чё, ты про... Ты чё-то взял? Ничего страшного, сейчас обратно возьму. А чё ты взял? Да, кэти, блядь, жрачку для крысы. Смотри, Рима она идёт мимо нас, не увидела. А ключей новых не появилось? Пока не вижу. О, перехранитель. Но ключей не появилось, потому что надо крысу убивать срочно. Ну... Я нашел две крысы, но у меня нету ни одной этой. Тарелки? Тарелка там... Угу. Там. Вот тут есть... Нет. Ты медленный слишком, я быстрее тебя... Вот тарелка на кухне есть. А ты где? На втором, на первом? О, я нашел ключ от восточного общежития. Фига. У всех крысы есть, да? У меня, да, у меня есть. Вон там просто две крысы было наверху, вот здесь. Что-то непонятное. Ну ладно. Так, вот одна. Четырех крыс захерачу. Подождите. Они обе идут. Ха, странно. Бери сразу двоих. Запомнили где? Ты куда пошел? Тут тоже можно спуститься? Ну ладно, пошли. А, ну да, здесь как раз ближе. А, фух, вот он. Зажигай. Ох, сейчас она орать будет. А может просто ключи плохо ищем, а на самом деле они сразу распределяются и все? Нет. Может быть. Че, я жгу? Угу. Мы сейчас там и ничего не сделаем. Ставьте крысу. И ложите сразу кондёр. Я поставил. Ты как он? Блядь! Сука. Давай. Поставила, да. Вы чё отсюда появляетесь? Давай, Лёх. Я сейчас поставлю кондёр. Давай. Поставил кондёр. Ну и я. Чё ты? Следующий. Да не ори, не ори. Я поставила. Ой, она прямо здесь. Да. Бабище. Не, тебе кажется, она орёт просто. Это же у неё стандартный. Вот она, вот она. Я её вижу просто. Где? А где ты? Вот здесь вот. Ну, а я подниматься лестница? Стал чуть-чуть. Но она еще нету. Брат, меня поймали. Тащила. Да, Леха, ну е-мое. Действительно, что это он? На втором этаже. Так, ты с аптечкой пошел? Бегу. Да, он все еще бегает. Ты все еще на втором этаже или на каком? А, вот ты где, все, вижу, на третьем. И, бля, крысу слышу. О-о-о! Я пока ее возьму. Давай. Ты че ушла-то? Алло. Я тебе тут еды принесла. На-на-на. Сюда не ходи. На-на-на, кушай. Лех, у тебя восточное общежитие где-то, по-моему, было. Это ванная. Это ванная. Вы на третьем? Это восточная. А это че? А, вот, заебись. Я с крысой. Вот, а вы крыса. Где? Все, я с вами. А тут ключ есть. От ванной. А, вот как раз соседняя. Угу. Сейчас. Да кто тарелку мою спистил? Не я, да. Я с крысой. Да я, блядь, думал, крыса. Лежит. На, подбирай. Ну, крыса, ну, крыса, нет, берите. Поднимай крысу. Поднимай крысу, я с тарелкой уже. Хорошо. Я сейчас в ванной возьму. А туда положили уже одну крысу, нет? Я побежал ложить. Класть. Бля, уйди от меня, пожалуйста.
Он прям передо мной вышел. Черт? Не, не черт, а это баба. А, ничего себе. Ну она типа это. Так, никчёмная. Сейчас я ключи посмотрю. Здесь ключи нету? Тут вот есть. Здесь есть ящик. Ящик опрокинул. Есть ключ? А, бля. Чё, тебя схватили? Да опять. Ебаный котел. Блять! Напугался? Да, она сюда в ванную пришла. Ну, обойти можно ее? Я вышла, да, я вышла. Ну все, я тоже вышел. Так, ну, там этих ключа там не было, да? Я не нашла, там был только этот. Пере... Предохранители натаскать еще немножко. Здесь есть вот один. Что мы делаем? Ну, мы двух крыс сжигаем. Я так думаю, да? Да. Ну, чтоб 5 было. Чтоб 6 было. А, 6, ну да. 4, 2, ну да. Так, вот одна сжигается. Я могу вторую. Ты поставишь? Я поставлю. А мне ставить крысу? Я поставлю. Угу. Потому что я боюсь, что я сдохну, скорее всего. А эту мы сейчас поставим. Да, а мою я сейчас положу. Так, все, 6 есть. 7-ю я положил. Я воткнул. 8-я, 9-я. То есть мы эту жгем, и нам еще надо по крысе, да, собрать? Так, у нас что там по этим самым? Каждому по одной крысе надо. Угу. Раз-два, надо еще увидеть, притащить. Она сейчас вот меня поймает, поймала. Ага. Надо посветить на нее. Я светила. Ну да, я тоже светил. Ой, блядь! Сука. Второй этаж. Третий этаж опять. Да что ж такое? Начались тут эти черти ездить. А ты взяла, да, эту самую аптеку? Блять, она тут что ли? Аптеку взяла? Да, 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 я с аптекой. Окей. Только я не поняла. Так, вон ты где? Ага, вот лестница. Ой, она тут. Ну она же. Блин, она. Поднимай. Поднимай быстрее. Она же неактивная еще, пока что такая разница. Все равно страшно. Прям рядом с ней. Блять! Так вот он и? Нет, она стекло разбила пока. Да это окна сейчас, да, будут биться. Мы будем ходить рядом с окнами, они будут такие разбиваться, типа. Да ну это да, но все равно. Неожиданно было страшно. О, крыса, ты где? Все. Так, есть... Нашел ключ от морга. О, погнали в морг. Я нашла крысу. Где? А жрачка у тебя есть? Да, я взяла крысу. Отлично. Теперь главное, чтобы она меня не взяла. А ну, у нас пере... Бля, он баба идет. Сука. У нас эти-то есть? Я бы пошел, но мне там дорогу перегородили. А, я знаю, что сделать. Так, ладно, я сам схожу, гляну. Да. Опа, охота. Я спрячусь в этой, в кухне. Вдруг она меня не заметит. Вы ж без крысы? Я без крысы. Я боюсь. Она сейчас за мной придет, скорее всего. Еще один ящик опрокидываю. Она как будто тут. Она сейчас меня, походу, схватит. Тебя? Пойду. Не знаю, она как будто рядом со мной тут дышит. Блядь, да! Скотина, я ж спряталась, даже свет выключила! Но это не фазмофобия. Курва! Это крысу проебало, да? Ты да! А, вот ты, сука! На кухне я была. Она меня вниз потащила. Да-да. Я пойду подберу твою крысу. Бля. Не надо крысу, а аптечку-то кто поднимет? А ты и чё? А у тебя... А я с крысой. А, ну базаришь, ладно, я тебя пошёл, ладно, поднимать. Так, я буду искать, где выход-то? Пиздос тут в подвале? А, это стена, что ли? Ай, как отсюда выйти? Подвал, да, уехал, понятно. Да, я где-то внизу. Я, короче, к Коляну иду. Блять, она пошел с другой стороны, она там стоит, перегородила проход. Где? Пошли. Я видел сейчас чей-то фонарик и... Ну, видимо, мой, но она там перегородила, блядь, проход. Уйди, а! Я не понимаю, колесная армия, блядь. Блять, вот она где. Она стоит тут на лестнице? Она тут рядом со мной прям идет. Mm-hmm. Блять, а вы где? Мы вот ползем, да ты заебешь.
Так, пройти-то где? А, вот. Надо Ладно, открыть, я... Лёх. Морг. Я, короче, стою... Он открыт. Нет, с другой стороны не открыт. Я не вижу, где вы. Тут там колясочник, я пойду тоже. С другой стороны. Он тебе дверь-то не открыл, нихера. А, во! Я вижу Спасибо. Ваши фонари. Надо-то все двери открывать. Спасибо. Да? Обходим? Твою мать. Давайте светить на нее, я не знаю. Или пусть она что, Коляна... А если она Давай Коляна меня, поймает? Пускай меня поймает, у меня вообще ничего нет. А так где она вообще? Я тоже нету. Не знаю, она где-то тут ходила. Давай засветим ее разок. Давайте посмотрим, крысы тут есть или нет. Она сзади, по-моему. Или нет? Да-да-да. Вот она! Проблема, меня поймал колясочник. Блин! Фух. А нет, меня... Спасибо. А, ты поймал, спасся? Да. О, она меня наверх Блин, потащила. Аптечка. Здесь аптечка есть. На второй Внизу. Этаж. Она меня потащила на второй этаж. На втором я этаже. Сейчас я к вам спущусь. Опять не успеваем нихуя. Блин, у меня крыса была. Обидно. А ты взял мою крысу? Блядь! Чё? Да этот пёс, блядь, тебе будет колесо. Я, короче, а. Да вы чё, бля, уйди отсюда! О, спасибо. Сейчас я аптечку принесу сразу. Я её увидела вот тут вот. Чтобы она была... Ну, я не вижу нигде дополнительных крыс, так что придется нам еще, наверное, сжигать. Блин, а мы тогда, наверное, не это самое. Блядь! Давайте она меня опять схватит, а вы там жгите пока. Пизду. Где она? Я постою на входе в этот. А, вон она несется. Куда? Вот она, схватила. Я вообще тут рядом. Бля, да уж, что, у тебя сил не хватило меня далеко утащить? Так, у нас осталось две, получается, да? Ну, две. Ну, восемь. А, Лёха сжёг? Да. Угу. Ага. Я тут рядом с аптечкой, она где-то тут рядом. Да, блять. Могу Пойдем? Опять пожертвовать. Угу. Где она? Не знаю, где-то тут. О, да, вот она светит. Я не знаю. Вы же по угару, что ли? Нет. На второй этаж? Да. Сейчас я буду спускаться. А, ну вот ты. Вот я вижу. А. Ну вот я. Неплошка, блять. Поднимаю. Ага, спасибо. А, блядь, крысы. Дырку падаем, наверное, чё, ключей-то нету. Какую дырку? А я уже по лестнице побежала. Доберись! Спасибо. Крысы, не крысы, ключи. Ищу. Надо две крысы найти. Угу. И они, скорее всего, там две комнаты где-то должно быть. Блин, я вообще никакого ключа не находил. Да ёбаный стыд! Так, нападение. На тебя? Ну, пока нет. Опа, а кто дальнюю комнату открыл? Не я. О, а нет, это колясочник. Она, походу, рядом где-то. Ты заманал. Она опять меня поймала. А где она? Чемпион. Кто она? На втором. 104, а, нет, стоп, она на первом. Ну, не могу понять. Весь третий этаж шуршал уже или не весь еще? Мне кажется, мы скоро все Будет здорово. Спасибо. Мне кажется, мы сейчас все аптечки потратим. Блять, восточное общежитие. Лёша, у тебя же был ключ от восточного общежития, нет? Да. Да. А чё оно закрыто? А чё, она закрыта? Блядь, да ты заебёшь! Это которая? На третьем этаже? Да, да, да. Так, здесь аптечек нету. Единственная закрытая дверь на третьем этаже. Всё, бежу. Сука.
Свечу, свечу. Свети. Я тоже свечу. Свети как можешь. Все. Уходим. Ром, тоже что ли? Угу. Бежим, 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 да. Я бегу, бегу, бегу. А я бегу, 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 бегу. Прям по лбу мне пятками. Ой, фух. Что пугаешься так? Дальше. Вот. Вот это. Да. О. Одна крыса. И еще одна крыса. Крыса, которая Влада. А чё я? Я не крыса. Предохранитель возьми. Хорошо. А чё вы крысу-то не взяли? Чё крысу-то? Я возьму. У тебя крыса, Колян? У меня тарелка. А вот та крыса, которую Влада где-то выронила, она где? Я так поняла. Блядь. Так, я ныкаюсь в туалете. Вот она... А, блядь! Есть аптека, аптеку я возьми. Я беру, беру, беру. Ставь крысу в туалет, там стоит уже. Нет, не стоит, по-моему. Точно, сейчас поставлю. Спасибо. Так, и что мне взять? Аптечку или... А, у меня же был предохранитель. И где-то я его потеряла. А где... Блядь! Заебёшь, вон она внизу, на втором. Крысу поставил. А как спуститься? Где лестница? Да через нее только можно спуститься, блин. Пошли её светить. Она. Вон она, бежит! Светим! А-а-а! Обходим, обходим и бежим. Фонарь мигает. Роняю кал, роняю кал, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, мне кажется, мне сейчас пизда. Мне сейчас пизда. А ты с чем-то был? Я ее засветил. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим. А куда бежим? Я с тарелкой, блядь, да похуй. Так и я с тарелкой. Так, где вот мне пизда? Убили-то? Кого? Тебе? Колян, ты где? Не знаю, тащит пока. Куда тащит-то? Сейчас. А ты с аптекой, так, да? Это я... В подвале. Да. Ага, стой, где стоишь. Вы заманали. Предохранитель туда надо принести. Принесли? Нет, я его потеряла где-то. Сейчас какой-нибудь найду. Блять, ты вы заебёте. Она пока а там нету? Такая. Заебало. Не, я пошёл за предохранителем. А! Я, наверное, знаю. О, крыса! Есть крыса! Где? Где? У кухни! Я предохранитель. У кухни! У кухник. Вот она. Да вы заманали. Предохранитель найдите срочно, все, и я выигрываем. Нашел. Беги туда, в подвал. Стараюсь. Я крысу не... взяли? Я да. Бля! Да твою мать, серьезно, я с крысой шла! Сейчас, я хватаю твою крысу. Давай. Алло, бери предохранитель. Под ногами у меня валяется. Я к вам приду. Да, сейчас я Владу подниму. А где предохранитель? Поднимаю, беги сразу в подвал. Угу. Эй, я жгу крысу. А я ищу предохранитель. А ты нашел его? Там. Там прям валяется рядом, где я поднимаю. Бегу, рядом бегу. Вам бля. Помочь может? Чё взять-то? Бегу в подвал. Подвал, давай, бежим. Давай, Лёх, давай, давай, давай. Я нажму, я же уже готов. Ручка на этом самом, на ручке. А давай, я, давай, если чё... Давай, 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 давай. Свети, светите фонарем. Кого? Ставь, быстрее ставь, быстрее ставь, быстрее ставь. Поставил? Да. Всё, это последнее? Блядь, ебаная, да. Да ладно! Мы смогли! А чё дальше будет? Все, мы выиграли. Ну, ждем. Нас больше не прикуют к этим штукам. Пока-пока. Ох, ничего себе, смотри, она с рогами уже тут. Ага. А в первой части, кстати, тоже она же была там, типа, с рогами в последней части. Зевс покарал себе. Ага. Или Тор. Или горчица. Чё там? О.
Это чё? Это намек на третью карту? Так, что нам теперь дадут? Какой костюмчик? Мне кажется, фигу нам дадут с маслом. Да ладно. Скажет, молодцы. Не знаю. Руку пожмут, скажет, класс. Смотри, ну в этот раз получилось увереннее, чем вот в первый раз, когда мы, типа, первую карту прошли. В первую карту прям повезло. Да сейчас, в принципе, тоже так получилось, что Владу хватает, и я как раз мимо пробегаю, дергаю ее крысу и роняю предохранитель, который подбирает Лешу. Все? Ну, Девор, всем спасибо, все свободны. Теперь можно поиграть что-нибудь другое. Всем пока.